радовался, я много, сука, сил потратил больше, чем за игру.
Я устал, пацаны, пожалели. Спасибо. На меня, смотрите, на меня. Ну что, как ты вообще, нормально? Да-да. В Омск не хотел слететь? Честно? Ну. Нет. Ну, а тренер сказал, что они вернутся в Омск. Они, в принципе, наверное, еще свернутся, но только без нас, наверное, да? Да. Мотивация была дополнительная? Да, я даже не знаю, что сказать. Главное, что выиграли. Че, в торпедо? Да я не хочу. Покажешь, что в следующем году? Да я не хочу ничего загадывать. Пускай все своим чередом будет. Что сейчас будешь делать? Отключу телефон и отдыхать буду. Поеду в Беларусь на дачу. Проведу время с семьей. Говорит Богдан Кунюшков тут в MVP, короче, говорит, все влоги наши смотрят. Отец? Да. Ну, да, он говорит, хорошо, ну, снимаешь, молодец, там кварка дикая у тебя. Молочки. Отец вообще, да, он мне постоянно там что-то. Лучшее! Да. Мы чемпионы! Мы сделали это! Да, Чайка! А теперь на меня, еще на меня, на меня! На меня, на меня, на меня! Стойте, стойте, стойте! Стойте. Вася, 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 на меня еще разочек! На меня, на меня, на меня. Бага, а кто гол-то забил? Виноград, винегрет, молодец. Шайбу забросил Егор Винограда! А вот он стоит. Негр, молочек, блядь. Да мы верили, что сразу там гол будет. Что-то поехал, смотри. Давай, давай, скорее. Давай, давай, тащи его, тащи. Вы чемпионы!
Чирыкин, Артем Мисников. Поздравляю с победой. Артем, вы можете мне сказать, что это лучший момент? Я вам помахал, давай. На данный момент, да, это самый лучший мой момент. Что можно сказать по сегодняшней встрече? Насколько вообще тяжело было все это давление преодолеть? Тяжело было эмоционально и просто физически, но... Что говорить, мы чемпионы. Все это было не зря, получается. Получается, не зря. Какую роль сыграли болельщики? Давили они сегодня или наоборот гнали? Наоборот, гнали, и нам это помогло. То есть, выходя на двух вперед, они нас гнали, и мы все-таки смогли достучаться и до ворот чужих, и потом еще и сами дожали. Ну расскажи, устал? Ножки там забивались, да, уже? Все, смотри, пришли. Все. У нас был очень тяжелый путь, очень тяжелый сезон. Очень тяжелый. Я благодарен вам, что вы терпели наши ругани, терпели наши тренировки, терпели наши, я не знаю, все, что мы из вас доставали, вы это все терпели. Я каждому из вас бы дал сейчас вот эту шайбу воткнуть, но я ее дам человеку, который уже третий финал. И два из них выиграл. Легенда! Говорит нечего! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Я думаю, это справедливо, пацаны. Конечно! Уверен, ё-моё, А я тоже хочу участие принять, можно? Ты не спорил. Ты не спорил, извините. Я вроде тоже спорил. Там был 4 скальпа. Ты куда? Всем привет, мы чемпионы. Как ваши дела? Отлично. Там 360, все снимает. Не крути, а то за голову закружится у людей. Отлично. В общем, ребятки, вот видите вот эту штуку. Я вот вместе с ней. На этом, наверное, закончим этот влог, потому что вот это даже не влог, ребята, это просто победа и все. Парни красавцы, вы молодцы. Все классно. Сейчас меня убили.